Не отнять, как не вычерпать море. Он не любил, когда наполовину, поэтому отдавался своему творчеству без остатка и пробовал себя во всем. Знаменитый бард, актер театра и кино. Человек, чьи песни знают и поют несколько поколений. В Самаре открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Впервые она появилась еще на старом здании Дворца спорта 27 лет назад. Тогда на открытии присутствовал сын барда. И вот теперь новое здание украсила мемориальная доска с обновленным текстом. Самое главное – это прежде всего память и дань тех людей, которые на протяжении уже долгого времени, да, сохраняют вот это вот отношение такого, ну, наверное, благородства по отношению к Владимиру Семеновичу Высоцкому и увековечивают эту память в нашем городе, передают его новому молодому поколению. Во Дворце спорта 57 лет назад, 29 ноября, бард дал два концерта. Приезд Высоцкого в Куйбышев организовали члены городского молодежного клуба 62. В то время его участником был и Владимир Емец. Рассказывает, на концерт во Дворец спорта ходил вместе с мамой. Особенно ее тронули песни Высоцкого о войне. В тот день в зале, рассчитанном на 5000 человек, уместили 7000. Люди стояли и в проходах, и за кулисами. Это для нашего города и для области это очень, ну, как бы сказать, яркое явление и нужное. Но Высоцкий есть Высоцкий. Его любили, любят и будут любить. Это на самом деле народный певец. Счастье такое произошло, что я с ним общался, дарил фотографии ему свои. Также на открытии мемориальной доски поклонники творчества Высоцкого возложили цветы и услышали любимые песни. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.